В Приморской государственной картинной галерее открылась выставка «Больше, чем деньги», приуроченная к 180-летию Сбербанка. Символично, что название выставки «Больше, чем деньги». Уже сказали, что мы, как Сбер, работаем в разных сферах, помогаем нашим клиентам реализовывать самые разные устремления и мечты. И нам бы хотелось, чтобы и 180 лет, и все последующие годы мы продолжали помогать нашим клиентам. В экспозиции представлено более 200 экспонатов из коллекции нумизматики и бонистики антикварной галереи «Раритет», дополненных инвестиционными монетами, предоставленными Сбербанком. Зрители смогут увидеть монеты, начиная с 16 века, серебряных копеек времен Ивана Грозного до выпуска золотых инвестиционных монет Георгий Победоносец 2021 года. Приморская картинная галерея находится в здании Русско-Азиатского банка. Вот сейчас мы находимся в помещениях, и вот наш выставочный зал, который мы называем парадным, это была Сберкасса. Потом здесь было отделение фрунзенское отделение Сбербанка. Вот. В зале, в котором представлена выставка, это подлинная сейфовая комната. Посетители узнают, как серебряные талеры в 1655 году превращались в рубли, которые в народе называли ефимками. Увидят первую монету рублевого достоинства – талер с копейным клеймом. Настоящая сейфовая дверь и зал, в котором располагается экспозиция, создают удивительную атмосферу. Небольшое спасибо, что Приморская картинная галерея она сохранила, в принципе, это помещение в том виде, в котором есть. Но, наверное, конечно, сложно снести метровые стены, да, которые защищали все золотовалютные резервы фактически для восточного региона. Но в целом это действительно уникальное событие, которое, вот, в принципе, нет аналогов в нашей стране как таковых. Поэтому я надеюсь и уверен, что эту выставку за двухмесячный период смогут посетить огромное количество граждан нашего города, прикоснуться к этому событию, погрузиться в исторические моменты, которые проживал наш регион и наш город, и действительно получить то же самое вдохновение, как и мы все, создатели этой выставки. Монеты и банкноты всегда больше, чем деньги. Это уникальные артефакты, свидетельства истории становления российской государственности. В традиции памятных монет отражены основные вехи формирования национальной памяти. Выставка продлится до 16 января 2022 года. Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.